Только представь, кинотеатр, которым управляет ребенок. Ох, и повеселимся! Ну вот, этот день настал. Мам, пап, я уже скучаю. Не стоит, милая. Лучше поработай тут за нас хорошенько. Вау! Ну, держитесь, сотруднички. О-оу, нам конец. Может, не стоит вам в отпуск? Поздно. Микрозам уже вступил в должность. Ха-ха-ха! Первый день с новым начальством. Все идет своим чередом. О, нет. А вот и она. Деловая такая. Фух, кажется, пронесло. А, нет. Эбби уже здесь. И кажется, ей что-то не нравится. Ну что за скучные наряды? Нам срочно нужен новый дресс-код. Примерьте-ка вот это. Принцесса и клоун? Маскарадные костюмы? Что ж, как будто у работников есть выбор. Что за карнавал? Из нас сделали посмешище. Класс. Зато мини-босс довольна. О нет, какой позор. Некоторые ходят в кино только ради попкорна. Вам сырный? Или, может, с беконом? Нет. Вы точно любитель карамельного. И побольше. Ух, мастер знает, как угодить всем. Кроме Эбби. Как же наскучил этот попкорн. Пора приготовить что-то изысканное. Шеф-директор становится за барную стойку. И да начнется эксперимент. Что, если сочетать несочетаемое? Ммм, вкуснятина. И выглядит оригинально. Осталось добавить немного сливок. Супер! Ух ты, что-то новенькое? Похоже, зрители точно заскучали за новинками. Это восторг! Ну и кто тут молодец? О, эти сладкие минуты свободы. Майкл и Джастин развлекаются как могут. Но стоп, это еще что за бродяги? Простите, вам сюда нельзя. Стоять! Эй, вообще-то я здесь директор. Это мои друзья, ясно? И они будут проходить, когда захотят. Понятно? Ох, сеанс в самом разгаре. Свободных мест почти нет. Но это не вопрос. Эбби сейчас все уладит. Уважаемые зрители, покиньте, пожалуйста, зал. Что еще за фокусы? Девочка, отойди от экрана. Ну что ж, сами напросились. Не девочка, а директор. Ну-ка, живо на выход. Ну вот, совсем другое дело. Только Эбби и ее друзья. Да это лучшее кино в моей жизни. Иногда директора кинотеатра тоже ходят в кино, но не всегда могут его посмотреть. Вот уже тигромилы. Займут первые ряды, а маленьким мучайся. Хватит. Майкл, Джастин, на помощь. Хочу все видеть. И это не проблема. Ну как? Супер VIP место. Другим зрителям такое и не снилось. Эй, а попкорн передайте. Вот это класс. Это просто возмутительно. Директор такая, директор. Ой, а кто это такой хорошенький? Надо срочно за ним проследить. В автомате с попкорном он меня точно не заметит. О нет, ну почему он с девушкой? Мальчики, он мой. Две порции попкорна, пожалуйста. Для вас самый лучший. А вам не помешает похудеть. Приятного просмотра. Что за сервис? Я буду жаловаться. Не злись, похрусти лучше. Crash detected. Санс, директор в зале. Эбби не сдается. Парни, кое-кто должен выйти из зала. Ни слова больше. Упс, небольшое затмение. Эй, красавчик. О, нет. Эти работнички опять все напутали. Где мой парень? Это просто возмутительно. Согласна, это полный провал. Фильм ужасов тот еще аттракцион. Они все так боятся. Кажется, это идеальный момент для пранка. Бум! Зомби в здании! Ой, шалость удалась на все 100. Зрителей как ветром сдуло. Вот и прекрасно. Посмотрю этот классный фильм одна. И ничего страшного. Ой, мамочки! Как проходит день директора кинотеатра? За поеданием попкорна, наверное. Ой, у меня посетители. Надо выглядеть серьезно. Слушаю вас. Отличные новости. В прокат выходят новые фильмы. Но нужно выбрать самые красивые постеры. Это Филипп. Еще вариант? Мамочки, какой ужас. Тогда, может, вот этот подойдет? А это уже что-то.
Только у босса есть какие-то доработки. Вот, моя хендмейд афиша смотрится намного лучше. Детский рисунок вместо постера. Только не это. Майкл, мы уходим. Майкл? Хм, зануды. Да что они понимают в искусстве? Чтобы сотрудники хорошо работали, их надо поощрять. Майкл, Джастин, ваша зарплата. Ну, наконец-то. О, да, обожаю этот момент. Спасибо за работу. Ух, какие они бывают милашки. Интересно, сколько там в конвертах? Что? Это что, бумажки? А, деньги где? Эй, директор, поговорить надо. Срочно. Но боссу не до того. Она премирует лучших сотрудников. И на этот раз настоящими деньгами. Мистер Мишка, вы отлично поработали. Нет ничего хуже, чем ждать своей очереди в туалет. Сейчас кто-то выйдет. Нет, ну сейчас точно выйдет. Нет? Да имейте же совесть! Эбби почти потеряла надежду. Но, о чудо! Наконец-то я туда попаду. Ха, как бы не так, детка. Сначала взрослая. Хм, какая несправедливость. Хм, но, кажется, у директора есть идея. Теперь это будет туалет для детей. Вуаля! Эй, что за новости? И давно это здесь? Джастин, ты это видел? А как же мы? Эй, да не переживайте. Для мужчин у меня тоже есть решение. Детское немного, но хоть что-то. Киносеанс в самом разгаре. О нет, этот фильм уже вторую неделю в прокате. Я смотрела его 100 раз. Скукотища. Ну все, хватит. Пульт мне, живо. Пора выбрать что-то посвежее. Ой, мультики. Эй, а что происходит? Верните обратно нам фильм. Всем тихо, я здесь директор. Вот теперь скучно всем, кроме Эбби. Эй, хватит спать. Ловите джойстики. А, да это же новый уровень кинотеатра. Кажется, теперь все довольны. Ура! Ну, почти все. Не зря на входе в зал стоят охранники. Ваши документы? Пожалуйста, проходите. А вот тебе, Эбби, нельзя. Возрастное ограничение, все дела. Ну вот, снова дискриминация. Стоп, я же директор. Забыл? И я устанавливаю новое правило. Вход только для детей. Ну что ж, добро пожаловать. А вот вам, молодые люди, проход запрещен. Только для детей новое правило. А вы, юная леди, проходите. Но как же так? Ничем не могу помочь. Распоряжение нового начальства. Эй, беременным такое смотреть вредно. До свидания, будущая мамочка. Ух, режим босса работает на максимум. И когда все это закончится? Который час? Время веселиться? О, нет. Эбби в компании подруг кинотеатр просто не выдержит. Потише, прошу. Но детвора и слушать не желает. Эй, ты не можешь забрать весь попкорн? Оу, спокойно, Джастин. Это всего лишь дети. Ой, афиша. У меня как раз фломастеры есть. Сейчас мы ее немного украсим. О нет, только не Рапунцель. За что? Ох уж эти детки. Глаз да глаз за ними. А еще швабра и швабра. Ой-ой-ой, они еще и задумали что-то. Недоброе. Бедная Джастин с Майклом. Так с ними даже самые злобные зрители не обходились. Кинотеатр разгромлен. Зато детишкам весело. Упс, но это ненадолго. Приветик. Как же неожиданно вернулись родители. Детка, иди-ка сюда, чтобы навела здесь порядок. Немедленно. Вот так повеселилась. Упс, это было случайно. Джастин, дай 5. Понравилось наше новое видео? Тогда скорее пиши в комментарии, на какой фильм или мультик ты недавно ходил в кино. И не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Не пропусти еще больше скетчей про кинотеатр на канале Трум-Трум Селект.